Теплые слова для мамы, как самое искреннее признание ей в любви. Так детский сад номер 23 прививает воспитанникам семейные ценности и развивает в них духовность и терпимость. В обстановке дружелюбия и доверия они учатся понимать, что такое хорошо и что такое плохо, где грань между добром и злом, чего так порой не хватает во взрослой жизни. Я вам буду показывать иллюстрации, на которых будут изображены хорошие поступки и плохие. Если вы считаете, что этот поступок хороший, ваша мама будет рада, вы поднимаете солнышко. В такой же игровой форме проходят беседы о родине, русских традициях, благодетели и достойных делах. Светлана Голохова прошла курсы повышения квалификации по программе «Добрый мир», которая основана на традициях православия. Педагог сама разрабатывает занятия, выбирает темы, делится с ребятами жизненным опытом. Теперь она точно знает, как вырастить ребенка со светлой душой. Закладывается в душе доброта, нежное чувство к своим близким, любовь к родине. Также к окружающему миру. Мы учим их видеть прекрасное, беречь, сохранять это все и относиться к нему бережно. Такое отношение меняет и самих ребят. Они становятся отзывчивее и мягче. Взаимопомощь и сердечность теперь их главные ценности. Если раньше они решали вопросы спором и дракой, то сейчас они вопрос решают только беседой. И приходит к какому-то общему решению, как лучше сделать для всех. В нашем учреждении духовно-нравственное воспитание ведется тесно с этого года. Оно прописано в нашей образовательной программе, ведется один раз в неделю со средней группы до подготовительной во второй половине дня. А еще ребята учатся мастерить игрушки своими руками, сделали подарок для мамы, занимаются усердно. Если не получается, помогают воспитатели. Дети с радостью принимают такие занятия. 6-летняя Таня говорит, они учат их хорошему. Нежные слова говорили про маму. И еще мы брали точки с солнышком. И когда плохое было, мы поднимали точку. А когда хорошее, мы поднимали солнышко. Мне понравилось, когда мы делали куколку. И когда мы делали в группе на праздник осени груши, яблоки и бананы. Тепло и добро, которые ребята получают в садике, они приносят в семью, а родители больше внимания и любви уделяют своим детям. Такие занятия – лишь первые шаги на пути к воспитанию духовно-нравственного поколения. Добрые уроки начались в прошлом году и, по словам руководителя учреждения, продолжат активное развитие. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».